Роман Локимин. Тут точно придется Genius открывать. Давайте, блядь, genius.com. Ну что? MLAB релиз. Как там? My Little... что-то Alive Boy расшифровывается эта движуха. Обложечка. Обложечка. На крышке гроба можно увидеть цифру 3, которую Локимин рисовал в телеграм-канале. Это типа повестка третья. Это вот его альбом, который, видимо, выйдет. Для продвижения предстоящего альбома, который должен выйти, предположительно, в ноябре. Ну, возможно. Артур, у тебя такой вайб хрущевки, чисто из-за серватый света. Бля, я согласен, да, есть такое. Есть такое. Ну что, будем слушать Романа Локимина тогда. Первый трек называется «Пугало». Вот вам я кусочек пугала в припеве, где вот этого пугала-пугала слышал, а все остальное я не слышал. На продакшене Роман Локимин, собственно, известный также как Роман Худяков, Дмитрий Лапиков, также известный как ЛДМА. ЛДМА, кстати, пиздец крутой продюсер, если что. Тут вообще не доебаться. И Рэй Ква. Это, видимо, тоже чувак, с которым работал Роман Локимин, потому что я так понимаю, что он супер... ну вот туда типа пишут Локимин, ЛДМА, Рэй Ква, студия звукозаписи, гитары, барабаны, даже тут присутствуют некие инженеры записи, даже присутствуют. То есть Роман Локимин в целом это творчески и профессионально подошел к процессу. Даже менеджмент указал, ужас какой. Всем привет, кстати, да, кто появляется на стримчике. Сейчас напишу, блядь, в Нефари, что буду Локи сейчас слушать, может какой-то некий приток аудитории будет прибавиться. Так. Угу. Все. Ну что, Роман Локимин, альбом My Little Alive Boy. Это для тех, кто смотрит это на Ютубе. Пожалуйста, подписывайтесь на twitch.tv/firstfeel и на телеграм-канал imfirstfeel. Там будут анонсы стримов с прослушиваниями музыки. Поэтому давайте, блядь, слушать вот эту маленькую эпишечку, которая, скорее всего, прогревочная. Пугало, первый трек, let's go. Ты как дублер, снова вонючий, как дурблю. Постиг мудракончик в уголке загону, набив себе бордюк. Не видит день, кто будто пробел, только попавший в пустоту. То был мой страх всех рил проблем. Я прыгал за сал и потому придумал себе. Придумал себе. Думал о том, что думал о том, что думал о том, что думал. Заново тошно, от того тошно, от того тошно. Дубль. В голове душно, в комнате душно. В лесу смог сон, не нашел пар, кислород. Тихий район, но дикий гол, тихий затылк моем. А что такое рефрен? Придумался. Окей. А тут это типа припев. А, это все рефрен. Прибавляя 5 лет, купишь себе две ручки. 7 ярдов на земле, по паре день. Бля, вот эта распевка чисто Славы Мерлоу, реально. О, я понял. Пошло, поехало. Немного каниосшины, да, пошло, как будто Роман. Базара нет. Сейчас бы синточек какой-нибудь, вот это был бы вообще хорошо, каниос. Понял. Так, ну что могу сказать по этому треку? Ну, такой достаточно в целом дефолтный трещик, не могу сказать, что он пиздец какой мясной.
по тексту, скорее всего, ну, типа, ну, вот я Роман Лакимин, я вот переживаю о там каких-то своих там личностных переживаниях, и поэтому я вот выстроил некую там субличность, которой там зашугиваю людей, чтобы они там не сделали мне больно, там как-то не задели меня, а потом вот эта личность моя, вот эта вот злая, да, вот эта вот токсичная, скорее всего, из Твиттера, типа, потом сама же меня и хавает. То есть вот какая-то такая движуха. Ну что, ну продакшн такой, он нетипичный, вкусненький достаточно. Видно, что чуть-чуть подзапарились. Но фактически тут не ебануться как пиздата. То есть, ну типа, условно, выпусти это в 2018 году, да, может это бы и там ебашило пиздец, типа там людей. Но приятно, что это не звучит типа типичным треком из 2018, а хоть что-то вот тут, некие саунд-решения, да, там предприняты. С тем, чтобы это все как-то все равно неко по-уникальному выглядело. Но трек такой, средний на мой личный вкус. Давайте, ладно, молочные зубы, так скажем. Интересно, что там будет. Про фею будет интересно панчлайн? Послушаем, поймем, что там, кого как. Ничего, брат, ну ничего, брат, зажить, короче, страховка. Бля, типа, вот это, ничего, бля, вот это чисто Алишер сейчас был реально тоже, по подаче, очень смешно. Ничего, брат, ну ничего, брат, зажить, короче, страховка, все прополис, ты прополис, я прополис. Реально. Бля, у нас, короче, в Нальчике есть конфетная фабрика, и, типа, у них вот есть конфеты Жако, это самые невкусные конфеты на свете. Я, пиздец, испугался бы, если бы, нахуй, Лавен Лаквин ёбнул в отсылку на конфеты уёбищные из моего детства. Ну да, тут вот на Джиниусе пишут, что это, скорее всего, потому что попугай Жако — это долголетие, типа, ну, хуй знает. Тебе выбивает молочные зубы, чтоб ты поберег коренные. Выкини рябку и мыло, рыба. Я не проверь себя, не дышит пиздой. Не цельно брел, тупо торжество, укуль дохлый. Это ноль шансов, дверь хлопнул. На вечеринке всем-то пухуй. Лейся в поле, пока бьет мотор, вали больше ноля. 0-2-2, вылетаю на ринг, порешай с анонимом вопрос. Не зная ни роста, ни веса, и я получил гематому на кость. Руки пожали, что говорили, ни злобы, ничего не делили. Декада закрыла рук. Тебе выбивают молочные зубы, чтоб ты уберёг коренные. Так, подождите, Роман Лаквин на полном серьезе в 20-м году с каким-то типом, может, хейтером, вылетел реально на ринг по-рамсить, типа? Это серьезно, типа? Ну, это, скорее всего, это правда, типа. Ну, это тогда очень странно, братан, типа. Окей, гитарки пошли, сейчас будет жестко. А сейчас вот эти вот живые барабаны великие будут? Ничего, брат, ну ничего, брат, зажигал. Че страховка, все прополис, ты прополис. Я промёл, адамантик, как жиго. Долгих летик, как жиго. Как жиго, как жиго. Долгих летик, как жиго. Как жиго, как жиго. Так. Молочные зубы. Ну чё, трек тоже, блядь, не пиздец какой впечатляющий на мой личный вкус. Подача, это, конечно, в припеве меня пиздец повеселило. Но куплеты тут какие-то вообще кропотулечки, нахуй. Типа, ну это ладно, похуй. Мы все-таки в 22-м году живем. И вот, типа, он, я так понимаю, что да, вот там в 12-м вот он с Максом Шредером, видимо, со своим менеджером тусовался. Там что-то дефал будки, видимо, охранником работал Локич. Делал воняло финал. Ну, типа, у него явно были какие-то, да, там, уличные страглы некие томские. В бульон бы порубили, но, типа, вот Локич, типа, отстоял, да, некое...
Короче, весь смысл же трека, как я понимаю, в том, что, типа, ребята, вот вы получаете пиздюлей от жизни, типа, типа иногда нужно, короче, получить пиздюлей для того, чтобы потом грамотно жить и знать, как двигаться. В целом, ну, мысль-то нормальная, просто она, на мой вкус, немного художественно так себе раскрыта. То есть, ну, вот эта строка про, типа, я не верю в себя, не дыши, не дзен обзор, тупо божество, коль дохло, это ноль шансов, дверью хлопнул на вечеринке, там похуй. Это нормальный, типа, вот здесь вот как будто он разгоняется, но мне немного текста не хватило все-таки. Потому что дальше опять идет типа движуха, идет типа 202, вылетаю на рик, решается на него вопрос. Вот это, конечно, очень странная движуха, мы это осуждаем и не поддерживаем. Реально, как Жигад, или как дядя Джай с Птахой, что ли, он вылетал, или как там Димаста с Дуней выпрыгивали, типа, ну как-то это, не знаю, хуй знает. Но опять же, типа, если Ромыч, видимо, хочет так двигаться, пускай так двигается, но... Я думаю, что это было не с большого ума, короче, и с большого желания сделано все-таки. Припев, ну, типа, подачу я уже сказал, типа, ну, такое, ну, ничего, брат, заживет, типа, ты про полис, я про мед. Ну, такая тоже, типа, такие базовые какие-то аналогии, там, адамантий в кожу, типа, чтобы ты там долго жил, тебе нужно быть, типа, внутренне крепким. Не знаю, немного не очень богато. То есть, ну, музыка, типа, она в целом разнообразная. Видно, что она сделана там на похуй для их там уровня, да, какого-то. Но, типа, все равно с какими-то своими мелкими приколами. Но, блядь, не знаю. Давайте, божий одуванчик, похуй. Погнали дальше. Всем чувакам из чата, кстати, салам, если что. Передавайте за проезд. Что вы там? Передавай давай за проезд. Боже одуван, ты будто пьянкий морек, попутал берега. Тебе не надо ждать суда, чтобы оправдать себя. Время засекает до того, как ёбнет стена. И вдруг окажется, что мир был и не так жесток. Ты думал пару раз ошибся, но ошибок сто. Ты расставляй на место все, ты расставайся с пузы. Бля, Роман, ты что, тоже шансонье стал, пиздец? Замай не будет смотреть запись, обязательно, не обязательно хейтить Лакиминчика. Так я ж не хейчу, типа. Мне правда кажется, что Роман Лакимин может сильно пизже. Я пока у меня ощущение, типа, от релиза, типа, то, что они реально над ним, ну, типа, они выпустили его просто для того, чтобы прогреть альбом, типа, и какую-то там тишину, вот это вот молчание, типа, просто там смазать как-то, и чтобы аудитория была там более-менее готова к третьей повестке. Но пока это какая-то, ну, типа, достаточно постная сборка демок. Ну, вот, типа, для... особенно зная то, что они могут нормально выдать. То есть, ну, типа, пока это среднее. Типа, я не могу сказать, что это ебаное. Это не ебаное точно, но текстуально, типа, я вот в первых двух треках образов не увидел. Музыкально, ну, типа, это норм, но это не разъебище, типа. То есть, ну, вот в такое хуйня. А также, типа, блядь, ну, типа, хватит постоянно привязывать меня к какой-то тусовке, типа, я вот как раз-таки на этих стримах стараюсь, вот, ну, некую долю своего внутреннего объективности, там, объективности какой-то, типа, внутренней, и, там, некого личного мнения использовать, а так, го флешбэк на концерт Куока, ну, типа, давайте, ща, погодите, потом. Ну, это реально шансонский движ какой-то пошел. Ты заливал вино вином, даже Челентано не выдавил бы это бидон. Наплести себе не смог, поломал веретено. Теперь углы не сгладит даже утюгом. Не рви рубаху, не кричи на все село. Да все нити у людей, но у тебя лишь узелок. И распутать только ты можешь, а как еще готовься? Весь мир стирать, не замечая на себе пятно. Ебать, все передистили жестко. Ну, это стилистика, понятно, но все равно. Бля, извините, но меня пиздец разъебывают с припева «Боже, одуван», вот правда. Знаешь, это больше нихуя не комплимент. Рви когти, иду коллектором, братик комиссионный. Сделки, где ты подделся, под все на свои. Ну сколько боли
бы за крепкий сон заторчал. Надел матрас, плачем боты качать. Я тебя в никакону отрезал две кишоты. Вновь не закрывал глаза на раны, что ты открыл. Мы не хотим платить по счету, где открыли, нам забыли, где кинули нас, что-то мы сразу ой, когда лепиздели. Вам не хочется себе в колени выстрелить. Бля, не хочется. Разбивать зеркала, лишь бы себя не видеть. Зарываться в обман, как бурдалак в могилу. Я не буду зайцем выходить на небо. Раскидал долги, я теперь самый частый бедный. Бедный белый, базара нет. Так, ну над этим треком вот видно, что лирически, ну музыкально может не пиздец, но типа лирически точно Роман Лакебит как-то постарался побольше. Ну то есть, ну по факту это, видимо, трек мотивации вот для таких же, типа, как там, мой альбом для таких же коллег, типа, вот такая же вот, типа, движуха. Пять одного трека, как будто рэп для старых. Да, понимаешь, Рома Лакебит это рэп для молодежи, которая из провинции. Это молодежь, которая, знаешь, вот прошла хуевую тучу трудностей, и она через его вот эти вот образы России пытается там, ну, типа, отождествлять себя с ними, и такие, вот, мы там пробиваемся, мы поднялись, мы там переживаем за свое будущее, мы там двигаемся и всякое такое. То есть, ну, типа, да, у нас там было все не пиздец, как охуенно, но, типа, мы там как-то стараемся и идем к некому высшему и лучшему, боремся с внутренними демонами и всякое такое. То есть, ну, в целом-то, кстати, вся песня плюс-минус про это. Типа, здесь что-то там уже на движуха пошла про, типа, любовь к себе некую, типа, да, что, типа, давай там, держись, братан. Такое, я это называю некая Макса Коржовщина, когда артист, типа, такой, давай, блядь, все будет хорошо, блядь, да, мы все проходили через это говно, типа, и всякое такое. Ну, вот, конечно, про самый частый бедный, мой белый, как говорится, нормально. Ну, имеет право на жизнь, базара нет, ну, в плане, типа, наверняка вот этот трек, типа, понравится кому-то, типа, но не знаю, вот, просто у меня пока, лично вот для меня, опять же, типа, Роман Лакебит не складывается в образ человека, за которым хочется идти, которому хочется прислушиваться и всякое такое. Он, безусловно, да, там эксперт, возможно, в большом количестве вещей, но я эту экспертность не чувствую вот через, типа, слова, которые он использует. То есть, ну, типа, это и непростые, но прикольные мысли. Тут есть, типа, некие строки, да, которые неплохие, но суммарно в единое произведение вот эта песня у меня просто не сложилась, типа. То есть, ну, я понимаю, да, что, типа, братан, да, там у тебя все тяжело. Всегда интересно было по 10-бальной шкале, сколько Рома Лакебит охуевший продюсер. Я не знаю большого количества, типа, сколько он там своего продакшена закрывает сам, а сколько он, типа, работает там при помощи своих пацанов, но, по крайней мере, в хип-хоп продакшене у него проблем точно никогда не было. В рок-продакшене с ним работали люди, с которыми я, ну, типа, там, с некоторыми даже я работал, типа, это, ну, типа, окей. То есть, ну, видно, что, по крайней мере, у Романа Лакебита есть вот этот сугубо продакшенский прикол, когда такой, надо все сделать пиздато. Вот, видишь, тут даже инженера записи отметит, да, там, все заебись сделать, типа, вот именно вот, чтобы совесть была чиста, типа, что ты все запарился, все ты сделал. В этом плане я думаю, что он достаточно ответственный, кстати, артист, что он, типа, ну, вряд ли записывается на микрофон, как у меня дома, типа, и такой, похуй, они там все равно, нет, какие-то приколы придумывают, типа, для себя, но другой вопрос, типа, насколько эти приколы смотрятся в контексте, там, нынешнего актуального продакшена, да, там, на рынке, это уже другой момент, но Роман Лакебит в целом, ты же никогда не был, типа, артистом общего тренда, он всегда вот эту вот свою какую-то телегу тащил на себе, типа, и двигался, поэтому хуй знает. Но я что-то, ну, типа, я следил момент. Сейчас я прям признаюсь, да, вот с момента ухода Роба Лакебита в рок я за ним перестал следить, типа, потому что там много всего наложилось, типа, и там несогласие с некоторыми его позициями, да, там какие-то банальные нисхождения позиций, типа, даже в том же Твиттере, плюс еще Музон Ракеш на мне на тот момент жизни был не близок, типа,
особенно вот такой ракешник, который вот они делали. Я знаю, что они всегда подходят к работе качественно, именно со стороны продакшена, да, там же визуальный контент они прикольно производят, типа они там аудиальный контент нормально там как-то все его укомплектовывают, но вот именно на уровне зонирования какого-то у меня пока не складывается. Не могу сказать, что это плохая работа тоже, но типа не мое просто. Давайте Рорк послушаем. Рорк. Это типа рык, типа какой-то, или как? Сейчас загуглю. Интересно. Скорее всего, рык, да, некий присутствует. Фамилия американского военнослужащего. Антагонист Call of Duty. Ну ладно, бог с ним, короче, разберемся. Давайте, четвертый трек. Рорк. Let's go. Вот что, кстати, Роме Лукмину не отнять, это в том, что он грамотно выстроил преданную фанбазу вокруг себя. То есть, ну, типа, в целом, все, кто следит за Локичем, они сразу же вовлекаются вот в эту его секту, типа, некую. У каждого артиста должна быть, знаешь, как мне кажется, аудитория, которая будет за ним следовать и в огонь, и в воду. Типа, вот это всегда охуенно, потому что удержание стримингов, типа, это то, чего не хватает огромному количеству артистов. Типа, это конкретно в преданности аудитории в основном заключается. Let's go. Брат, сейчас скажу все мнение как есть. Давай, погнали. Танцую как педик, потому то лучше, чем казах. В чем он препод казанму праздник. Дурн говорил, висятся танца. Вот раз про плеч, как капан. Музыка и нет зарплат. Я тут добить, будто я кровь искал след. Тоже какая-то странная хуйня, то, что он диссонил скриптонит за этот несчастный, блядь, тусовочный движ. Вот раз про плеч, как капан. Музыка и нет зарплат. Я тут добить, будто я кровь искал след. Сцену за место рвал, вынося с петель. Кто-то входит со скрипом. Но вы заяц, вы не можете полететь. На тебе горячим мне будет олитей. Убегает и лизает рано и занавес. Я отправляю себе кости на людях. Леваки, работал за всех МЦ. Дай мне тебе рига на радовый кинь. Капитал Луки глубоко правый. Делай это на канах. Эй! Публика приматы лог. Аскетичный монолит. Коврика приматы лог. Глазки нычат малоля. Обидит оценка пизда нет. Но нахуй мне балет. Бэкема я видел, кто их раздает. А не скажет, что это делать. Типа that's right. Да, да, Путин, да, да, тролльная, да, Тесла, любое бери место в мире с тем, как шахматная доска не оставит поля, где с кем-то не стыдно посрать. А с вами хоть в разных плоскостях легко перепутать позже по косям с радикостям. Я б мир с подарком от битярин до тела инвеста. Стоп! Не буду себя во что-то Russian accent некий пролез. Элементы зачем разбираться на атомы. Долху долбу себя полюби. Этим околом опять ты набит. Чупахти какие-то отдавай хаски. Дима на даске не сбивай бен. Все под каток с тобой равнять. Кто из вас не люди сядет за руль. Я тут лежу с холодной войны. Тебе не заметь, что готов рвануть. На крышке гроба ноготочки. Ты видишь муки, я тут вижу. Автор не закончил. Художник точит, чтобы точно изобразить задумку. Все овации по бочке. Сорви плага, сорви плага, сорви плага, сорви плага, сорви плага, сорви плага. Эй, сорви плакат, мой точка. Застыть придет там время. А пока солнце делим, танцую как бог, танцую как песик. А, ну опять же, типа, эта песня такая. Ладно, сейчас пусть доиграет. Блять, короче, по этому треку. Тоже, да, вот эта вот отсылка на скрипте, да, там, типа, я тут сам пробивался, а кто-то входит со скриптонитом. Типа, это дис нынешней некой рэп-сцены, что, типа, чуваки, типа, вы там такие, а я такой. Ну, это классический рэп-репрезент. Кубрика примодель ног. Нормально. Нахуй мне ваши баллады, я видел, кто их раздает. Ну, в целом, согласен. Ну, та ссылка на That's Right я не понял, и вот это вот... Так, слез... Потому что не понимаю, короче, ладно, не буду разбираться. Мелисса шахматная доска не оставит поля, где не стыдно посрать. Ну, короче, Локич просто презирает, да, там, говорит, что вы все
неправильно живете, типа, вот рэпер Хаски, вот ему тоже, типа, не понравился, а вот я такой, я буду гнуть свою линию до конца. Окей, но пока все равно, суммарно, типа, весь этот EP, все-таки, насколько я помню, кстати, вот MLDB, он вроде, да, там My Little Dead Boy назывался, типа, альбом Лакмина. Вот он же пиздец мощный был, ну, в плане, типа, я помню, что по нему там нормально, да, вот первый его дебютник, там, типа, туда тут фиточки, там, старания, вся хуйня. Интересно, почему концепция к этой работе привела именно сюда? Откуда футболка? Это мерч Шазарики, друзья, мерч туровый, Слава КПСС Замая. Андрей Замая мне вчера подарил. Осуждаю, да, вот эти вот всякие слова некрасивые, которые он говорил про то, как он танцует. Но, блядь. Короче, все равно пока это затравка. Это как сингл перед альбомом. То есть, интересно, к чему Роман Лакмин подводит. И вот этой всей песенкой, да, он такой, я как бы все, я уже не пиздец в рот, ебись артист, типа, для топ-чартов, блядь, ну, это и так, блядь, в целом понятно было, и мне не хочется с этими людьми, да, там, ассоциироваться, я вот вам выскажу некий свой месседж, который, я вам выскажу, но выскажет он его, скорее всего, в альбоме. Ну, окей, ну, чё, блядь, можно сказать? Не могу сказать, что этот альбом меня заинтриговал послушать альбом, потому что альбом бы я, скорее всего, и так проглядел, потому что некий хайп вокруг него происходит, и пока у меня складывается типа ощущение, что это просто прогрев аудитории, чтобы она вспомнила, что Локич вообще-то как бы год, видимо, отсутствовал, что типа он все еще в инфополе, и что вот скоро что-то будет. Но сказать, что хоть одна из этих песен мне прям пиздец понравилась, я, к сожалению, не могу. И это немного подрастраивает меня, если честно. Фенди слушал? Фенди Глока? И пишка у него аудитория выпросила. Это Серега, ты что ли, блядь? Ну, блядь, все равно, если бы... Понятно, что аудитория будет ждать, но, по-моему, типа, концептуально прикольнее, как если уж ты прям, да, какую-то большую работу готовишь, типа, пиздато ее именно выпустить. И... Причем, опять же, да, типа, ну, тут же не доебаться, то есть, ну, типа, видно, что они над всеми штуками поработали, кроме некого, там, эмоционального месседжа, который будет чуть-чуть нетривиальнее, чем «Пацаны, я сейчас все разъебу». Не, не Серега, тупо байтер, понял? Ну, короче, такая. Трек нового Фенди Глока. Бля, если честно, не пиздец интерес. Ты контроль слышал? Да, слышал. Ну, это, опять же, тоже не пиздец моя движуха, но, как бы, как всегда, имеет место на жизнь. Локич, я не уверен, что он уже будет опять Адреналин Стадиум, да, собирать, как у него было. И интересно просто единственное мне, у Лакимина, что будет, блядь, с ним, когда он выпустит альбом, типа, потому что есть ощущение, что Роман Лакимин выскажется и выскажется крепко и на пару сроков, вот, вот это интересно, потому что, как я понимаю, душа у него за Россию болит, а происходящее в стране вы все знаете, ему концерты будут отменять, я думаю, что он осознанно понимает, что будет. Типа и менеджмент его понимает, и все понимают, на что он нарвется, скорее всего. Другой вопрос, что типа, это движуха человека, у которого болит за Россию? Я думаю, что скорее да. Либо как человека, который изящно сочетает боль за Россию и некий культурный контекст, в рамках которого артисты, которые идут наперекор всему происходящему, становятся некими символами, да, там, для большого количества людей. Оценивать это я не берусь. Потому что лукавят все, а здесь я не думаю, что там дохуя лукавства какого-то будет. Не знаю, но альбом, типа, эпишка, хуй знает, хуй знает. Ну, типа, средняя, обычная прогревочная эпиха, просто чтобы люди не забывали. То есть такая движуха. Что сами думаете? Если про трек показывал, мне вначале нравился, потом лично... Так, ну, про тюн, это про все Фенди Глок, Noise 2.0, ну... Нойз-то как бы он помасштабнее все равно, как фигура в разы, чем Роман Лакимин, при всем уважении. Лакимин фитфейс. Не, тут видишь, Роман Лакимин даже таких людей, как Хаски, видишь, типа развернул. Пацаны, кто прогрелся? Тебе самому нравится Лакимин? Мне нет в плейлиста, в плейлисте, короче, Лакимина. Нету.
Раньше, когда я студентом был, да, на первом-втором курсе, я, да, типа, слушал. Сейчас, когда я подрос, я уже не слушаю эту музыку, к сожалению, мне не близка. Ладно, с Локичем порешали. Так, ну что, о, меня вас и там, и тут показывают.